Як захистити самих себе і своїх дітей? Друге. Надсилайте листи протесту і петиції до президента та членів влади з вимогою не дозволити впровадження ювенальної юстиції. Аргумент є ясний. Ювенальна юстиція в Україні не є схвалена законом, і такі дії суперечать Конституції України. Третє. Проводьте акції протесту хоча б раз в місяць перед спорудами районних і обласних рад. Метою акції є, щоб не була впроваджена державна пенітенціарна служба, яка містить в собі службу пробації з так званим відновним правосуддям. Четверте. Проводьте просвітницьку діяльність передусім серед педагогів, вчителів та батьків стосовно небезпеки впровадження ювенальної юстиції. Підтримайте директорів і вчителів, які захищають здорові моральні принципи, і домагайтеся звільнення тих педагогів, які просовують гендерну ідеологію та ювенальну юстицію в рамках навчання. Діти – це майбутнє України. Не дозвольмо, щоб наші діти стали жертвами злочинної ювенальної юстиції. Я хочу прокомментировать этот фильм. В этом фильме представлены больше угрозы. Если вы заметили, например, такой закон США HR 1913, он не принят еще Конгрессом и не будет принят, это 100%, потому что в Конгрессе США в большинстве все-таки там сейчас, по-моему, республиканцы. Просто существуют такие угрозы. Такие вещи существуют сейчас уже в Европе, но это не значит, что это европейские стандарты, сразу вам говорю. Под видом европейских стандартов нам навязываются вот лоббистские такие интересы, ну, Запада, можно сказать. Потому что там есть лоббисты, да, этих интересов. В некоторых штатах уже там что-то реабилитировано, какие-то законы приняты. Но там идет мощное сопротивление, потому что 90% в этих странах, они против введения вот таких вот крайних мер ювенальной юстиции и тому подобное. И больше скажу, половина, ну где-то около половины европейских стран не принимают положение о ювенальной юстиции и о том, чтобы, ну, узаконить это все и однополые браки и тому подобное. Такие страны, как Чехия, Польша, Латвия, Эстония, ну, еще несколько стран, точно не могу сказать. Ну, я думаю, что до нас эта волна уже дошла. Дошла негласно, понимаете, потому что только благодаря средствам массовой информации, вы, наверное, видели этот репортаж из Полтавской области про самоубийство. Вот. В Полтавской области проводится незаконный эксперимент, который финансируется, естественно, из-за границы, вот этими лоббистами этих всех проектов, законопроектов, которые преподносятся как, ну, как европейские стандарты. То есть это абсолютная ложь, это не европейские стандарты. В Европарламенте там просто присутствуют эти лоббисты, и там идет спор. В Европе нет одного мнения по этому поводу. Поэтому пока такая действительно с низкими социальными стандартами наша Украина, ну, наша страна, Украина, она очень, очень чувствительно может это воспринять. Потому что если там стандарты высокие, там есть у родителей и средства для того, чтобы содержать детей, и условия для содержания детей. Наши родители, матери и отцы в основном заняты зарабатыванием этих копеек, и дети в основном находятся без присмотра по таким объективным причинам. То есть в Полтавской области все это введено незаконно, все это делают как эксперимент, причем государственные чиновники, если вы обратили внимание. Ни парламент не принимал этих законов. И все это противоречит Конституции. Все эти вещи детей забирают абсолютно в здоровых семьях. Еще более того, чиновники шантажируют родителей и требуют за них выкуп. Ну, то есть просто за взятку, чтобы вернуть ребенка домой. Это вот такие угрозы существуют для наших семей. Уже я не говорю о том, что вообще у нас сейчас
существуют, ну, какие другие угрозы для нашей жизни и тому подобное. Потому что все мы знаем, все-таки семья – это ячейка общества, как бы там ни говорили, вот, но в советское время коммунисты все-таки брали фразы в основном из Библии для того, чтобы хороший лозунг смотрели. И то, что и про то, чтобы человек должен быть образованным, и для того, чтобы семья – это действительно, ну, ячейка общества. Поэтому, девочки, если у кого-то есть вопросы, давайте… Это я просто комментарий к фильму. Тут немножечко действительно. Он сделан для того, чтобы люди обратили внимание, ну, чтобы как бы испугались и задумались, что вот такое существует, и оно уже у нас на пороге. И этим должны тоже заниматься женские движения. Мы знаем, конечно, насилие в семье между там мужчиной и женщиной, это присутствует. Это мы будем лоббировать, борьбу с этим. Но пускай детей не трогают, правильно? Я так считаю, что мы должны сейчас этим тоже, этим направлением заняться. Да, сейчас, Танечка. Да. Если сегодня сделать вид, что этой проблемы не существует, как в Советском Союзе не существовала проституция, да, не существовал секс и много чего, то и кажется, нас это сегодня не касается, это там где-то, это там кто-то, может быть, там кто-то действительно виноват, что-то там показывают нам, рассказывают, то завтра каждый может столкнуться с этой бедой. Но завтра его защищать будет уже некому, если сегодня спрятать голову в песок, проявить трусливую политику. Поэтому задумываться надо уже сейчас. Я еще по организационным вопросам. Мы презентуем наше движение немножко. Если вас интересует, вы можете задавать вопросы из зала. Я могу рассказать, как оно организовалось. Я в двух словах уже объяснила, да? Вот, как оно организовалось. Интернет – великая штука, и с ним мы победим, потому что коммуникация – это хорошо. И я призываю всех, кто еще не пользуется интернетом, освоить его, выходить в Facebook, выходить в ВКонтакте и общаться. Нам действительно, как Татьяна сказала, нужно иметь контакты друг друга, коммуникации друг между другом. Потому что должны быть такие взаимоукрепляющие связи, через которые мы можем что-то осуществить. Предлагается, в общем-то, такая, ну, как структура: каждый, кто хочет принять участие в движении, или кто имеет, у кого есть друзья, которые бы могли присоединиться к движению, не обязательно много, там 2-3 человека, 3-5. Вот. Здесь есть формы заявлений, могут написать заявление и принять участие в нашем движении. А потом там есть такой пункт, ну, можете взять и посмотреть. Там есть такой пункт «риф занять». То есть это для того, чтобы могли потом определиться при движении, будут созданы комитеты, например, которые будут заниматься освитой, детьми, правильно, кто-то культурой. Кому экология? Экология очень, конечно, у нас это кричащее, наболевшее, потому что не только законодательство Украины нарушается. Нарушаются все международные нормы, конвенции. Просто если вы заглянете в Конституцию, там экологии посвящены очень много статей. Я уже не говорю о других законах и подзаконных актах. Вот. И у нас сегодня презентация нашего движения. Но если координационный совет будет создан по вашим заявлениям, вы можете отметить, что вы хотите принять участие в координационном совете. Ну вот, кто самый активный. Или просто хотите участвовать в этом движении. Сейчас напомню, сейчас у нас, нас смотрят в прямом эфире девочки из Чехии, из Соединенных Штатов, из Львова. Александра Кужель передает вам привет тоже большой. Я могу зачитать вот все комментарии из интернета. Так, гость. Желаю удачи всем участникам конференции. Милые, дорогие мои женщины, харьковчанки.
Я и мы все очень рады вас видеть, быть с вами. Хоть и в онлайне пока, но это пока. Так, с нами сегодня Татьяна Карташова, Чехия. Оксана Ковецкая, Соединенные Штаты. Аллочка Чула из Житомира. Людочка Шаинская из Ужгорода. Нина Кистмач и многие другие. Гости из Львова, також з вами. Александр Кужель. Передала вам всем большущий привет. Ну, просто не может принять участие, так как вы знаете, что 7 часов вчера провела в Генеральной прокуратуре, а для нее это очень тяжело, для ее здоровья сейчас. Так, кто еще? Львов, Ореста Скляр, знамы. Дорогие женщины, это просто здорово, что мы вместе. Это первая капля в нашем движении. Это я, Алла Чула. Так, гость района. Это прекрасно, мы должны что-то делать. Это так здорово. Ну, тут все пишут свои впечатления от того, что они вот сейчас видят в прямом эфире. Вот. И Раиса Шматко. Девочки, только вместе мы сможем много чего и победим. Следующие. Тут же постоянно идут. Мы уже, это было в первый час, а сейчас уже к концу часа. Здравствуйте, большое спасибо за отлично организованное мероприятие. Нам необходимо получать юридический статус и возможность справа. Дальше не допечатано. Гость Карташова. Так, гость Шайда Любовь. Женщина существует и знает, что нужно ее семье. Семья – основа государства. Женщина – хранитель домашнего очага. Вот. Ну, там дальше вопрос тоже прервался. Ну, это как из интернета распечатали. Почему власти? Ну, там дальше нет. Гость. Так, почему власти так... А почему у власти так много, мало женщин? То есть нам, то, что у нас считалось гендерной политикой, как вы видите, в паре 2009 года уже, ну, термин, он поменял свое значение. То есть у нас теперь будем мы добиваться не гендерной политики, а присутствия женщин в руководящих органах власти. Я думаю, 30% нам хватит, потому что молодежь занята там с детьми, с семьями. Вот. Можете, будем лоббировать, будем вносить такие предложения. Плюс насилие в семье, но не в свете ювенальной юстиции, сами понимаете, что здесь, понимаете, такой обман. Вот преподносится, да, конфетка, а там внутри яд. Просто, понимаете, человек не разобравшись, не зная законов, не это самое, они говорят, вот это борьба с насилием в семье. Вот это типа за равноправие там полов или чего-то там. А на самом деле потом оказывается, что это совсем не то, что мы думали. И самое страшное, что у нас именно внедряются экспериментально вот эти ужасные формы беззакония, которые существуют и в развитых европейских странах. Ну там существуют, и опять же я повторюсь, гарманты, там существуют общественные организации, которые противостоят этому отдельно. Ну, так что, девочки, вот такой план у нас действий. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Да, пожалуйста. Мне кажется, если поднимать вопрос вот этой юстиции, да, и гендерной политики, то, мне кажется, мы должны выяснить для себя, кому действительно в мире нужно уничтожение человечества. Потому что все это идет на полное уничтожение человечества, это явно видно, это явно понятно каждому. Это нарушение международных конвенций, это нарушение законодательства, я думаю, что большинства стран мира, не только украинского. Поэтому, почему это разрешается и почему это есть? Вот этим вопросом надо заниматься более глубоко. Ну, вы же видите, как это все внедряется. Лоббируется сначала, какое-то что-то лоббируется в Европарламенте, под красивой оберткой вносится в парламент, понимаете? И если нет, если люди невнимательно прочитали, если они не разобрались, понимаете, вводятся это вот такие законы. Я могу точно сказать, что в Соединенных Штатах 90% населения не поддерживает эти законы. Это вы знаете, что это с приходом Обамы все началось, и я думаю, что скоро он уйдет, и там все вернется в нормальное русло. Хотя уже в некоторых штатах уже это принято. А в Европе это лоббировалось и раньше.
Это еще 60-х годов, да, есть так называемый, ну, это кому интересно, я могу показать манифест гомосексуалистов, вы просто ужаснетесь. У нас это там, знаете, можно посмеяться, потому что их пока мало. А там, где их много, там совсем не смешно. Там нарушаются права. Речь идет о гомодиктатуре. То есть даже если ты заявишь, что ты там за традиционную семью, тебе за это могут оштрафовать. Вот даже такие меры. Поэтому и в Европе, и в Америке у нас объединяются люди для борьбы. Но у нас труднее бороться. У нас беззаконие в большем масштабе. У нас беззаконие на уровне, ну, на любом уже уровне. Уже заползло в такие щели, что раньше даже мы и не думали. Кто думал, например, вот я бы не поверила серьезно вот, в психиатрической этой больнице. Вот просто не поверила. Ну вот Лиля была свидетелем, правильно? Что такое может случиться, что могут приехать ночью, связать человека, забрать, обколоть, понимаете, абсолютно без его согласия, просто за деньги. А что вот сейчас в Полтавской области, я думаю, эти чиновники, мало того, что они получают на это деньги из-за границы, они еще этих детей занимаются таким киднеппингом, они продают их потом родителям. То есть сначала забирают, потом продают. Если у человека нет денег, чтобы вернуть ребенка, видите, что происходит. Страшные вещи, потому что у нас в СМИ просачивается вся эта информация очень-очень скудная. Больше всего СМИ заняты чем? Посмотрите, чем заняты сейчас СМИ. Шоу. X-фактор, я не говорю, что там это плохое, там еще какое-то шоу, еще какое-то шоу. А есть вообще вот эти страшные штуки, Дом-2, какие фильмы у нас крутятся? Про войну, да? Там, где насилие. То есть это все идет реклама насилия. Вы посмотрите в фильмах, даже вот, которые возьмешь, даже, ну, советского производства тоже было там такое, но там сидят главные герои, пьют водку, понимаете? Это... тоже такая скрытая реклама алкоголя. То есть это считается нормально, что если положительный герой, он должен пить. Понимаете, это, у ребенка это все закладывается. И, ну, в других странах, даже в демократических странах, это запрещено. Много чего запрещено, то, что разрушает человека, то, что ведет его к смерти, понимаете, много запрещено в демократических странах. У нас получается все наоборот. У нас какие-то стандарты, я даже не назвала бы это двойными стандартами, но у нас действительно, вы посмотрите, сколько у нас выделяется денег вообще на медицину, на образование. В последнее время это вообще ничтожно. Вы видели остатки, если кто смотрел в интернете, они выложены на и облсовета, остатки бюджета за прошлый год. Я вам могу привести такую цифру, что на медицину выделено 3,8 миллиона, а из остатков распределили так, на образование 3 миллиона, 18 на фейерверки, на 67 на дороги и тому подобное, и так далее, и тому подобное. То есть почему мы собрались? У нас нет финансирования, государство не лоббирует финансирование программ, я не говорю социальных, а культурных, то есть образование и медицина, это то, что поддерживает здоровье, понимаете, людей. То есть человек умирает, вы знаете, кто попадал в больницу, что это такое попасть в больницу. Бегают потом все, бегают по родственникам, у кого что занять. Потому что беда приходит неожиданно, а помочь некому. За 20 лет существования, понимаете, ну, я не считаю, что Украина, ну, была когда-то незалежная. За 20 лет существования псевдонезалежности, вот, Украина даже не приняли таких, ну, законов о страховой медицине, чтобы и доктор был доволен, и клиент. То есть это невыгодно. Это невыгодно. Сейчас Раечка звонит, я возьму трубочку, ладно, девочки, еще. Я хотела бы продолжить тему. А результатом нашей объединенной совместной деятельности и должно быть создание тех условий в стране, где народ, 5-я статья Конституции,
не декларативное право, да, имеет носителем власти, является народ, а имеет эту власть, реальные рычаги управления этой властью. Когда те, кто живут за его счет, не принимают законы от имени народа, для этого народа по своему поразумению. Когда человек будет действительно находиться в центре, и все, что необходимо для его благополучного развития, было ему доступно и возможно. Без духовности на первом месте, моральности и всех ценностей, отсюда исходящих, невозможно будет построить то общество, о котором мы говорим. Поэтому, безусловно, я думаю, вот сейчас Виктория Слирова пришла, я думаю, мы дадим ей сейчас слово, и она нам немножечко что-то скажет по поводу духовности, культуры. Пожалуйста, Виктория. Давайте мы, чтобы помещались в регламент, 3 минуты у нас максимальное количество. Потом я бы хотел бы, наверное, все-таки, чтобы у вас пошел диалог с залом. Может, какие-то есть вопросы? Доброго дня всем. Меня зовут Виктория Склярова, я є координатором проекту «Туристичний поступ» в Великому громадському об'єднанні «Поступ». І, ну, можу сказати кілька слів, що вдалося за приблизно 3 роки, поки я цим займаюся. Я вирішила, ну, якщо держава не йде нам на зустріч і не робить щось, то просто самотужки розпочати, відбудовувати наш місцевий туризм. І туризм – це насамперед відродження нашої культури. Ну, на мій погляд, чому я з вами зараз спілкуюся українською мовою? Ну, моя думка, що ми маємо чимось відрізнятися від сусідньої держави, бути окремішними і неповторними. Тому ми склали, власне, 5 років тому заснували невеличкий український культурно-мовний клуб і вирішили всі спробувати в таких неформальних обставинах навчитися розмовляти українською мовою. Спочатку було важкувато. Ми давали людям просто, якщо людина не може декілька слів сказати українською мовою, давали якісь поезії, вони читали і потім готували за тиждень, і нам читали просто. І потім ці люди вже робили доповіді і так далі. От, а що я спробувала зробити? Власне, подорожуючи різними країнами, зробила висновок, що поштовх розвитку місцевому туризму дає етнічний туризм. А етнічний туризм, етнічні мандри, це вони впливають і на місцеву структуру, тобто вони людей гуртують, організують і підштовхують, щоб вони звернули увагу на старовинні традиції свого роду. І з одного боку це місцеве населення, а з другого боку це, власне, міське населення, люди-містяни, котрим дуже не вистачає цього. І ось вийшло так, що вже створилися декілька маршрутів етнічних. Я про них можу розповісти, кому цікаво, пізніше. Можу на всяк випадок сказати мій номер телефона після виступу. І якщо в когось є бажання разом з нами це продовжувати, будь ласка, приєднуйтесь. Я думаю, що буде це цікаво і гостям з різних країн, котрі скоро приїдуть до нас. Буде цікаво і нашим дітям, тому що вони просто до цього долучиться, до традицій нашого роду, нашої слобідчини. Чому слобідчина? Тому що, ви знаєте, свобода, чин, чин свободи, так здавна називалася наша земля. Бажаю всім, всьому нашому руху, всім нам, всім вам успіху, і думаю, що все вийде. Дякую. Спасибо большое.